Как я благодарен всем тем, кто задонатил мне на лекарства, нужные мне. Я так вам благодарен. Вы спасли мою жизнь. Вы спасли меня буквально. И вы дали мне возможность дальше творить. Спасибо вам огромное. Я не ожидал такого. Я ожидал, что надо мной будут смеяться, называть дурачком, посмевшим попросить донат на лечение весеннего обострения, решившего попросить один раз донат. Я так стыдился, и я думал, что никто не задонатит. Я не думал о том, что столько лет я рисую, просто так бесплатно выкладываю. А все в открытом доступе, в хорошем качестве, ну, как можно больше качества. Ничего не собирал, никаких донатов за это. Спасибо вам, я люблю вас. Спасибо тебе, Денис. Денис Уайт, спасибо чел с Москвы, который задонатил 1000. Спасибо всем, кто задонатили даже 40 рублей, 20, хоть сколько. Спасибо вам огромное за хорошие слова. Но никто не заметил, как проходит время и лекарство кончается. В районе вселенной мой труп где-то валяется разбитым. Нигде бы не пришло в голову попросить донат. Итак. Ах, какой прекрасный пейзаж я вижу. С вами мы за руки идем, потому что я выкладываю это для вас. И каждый день мы видим новые картины по готике. Это просто круто. Нет слов. В комментариях пишет дикарь. И я каждый день рисую, потому что мне нравится. Но фотоаппарат сломался. Это маленькая деталь, которая все изменила. Но я все равно продолжал рисовать. Фломастерами, которые дала мне мама. Ферму Лабарта, корабли. И башни Ксардоса. Все это я в изобилии рисую по-прежнему. Ты можешь не любить мои картины. Ты можешь не любить мои волосы и бороду. Ты можешь критиковать, что нет пропорций, но у меня макулодистрофия сетчатки глаз, и я всего-то лишь просто художник, который вдохновлен. Словно энергия через меня проходит, я вкладываю энергию в каждый пейзаж. Если ты обратишь на рисунок внимание на дороге, ты увидишь поток энергии, словно это не просто дорога, а целый поток энергии. Все движется в нем живое. Обрати внимание, посмотри на музыку в нем, в пейзаже, на внутреннее движение, словно он весь переливается. И это можно увидеть даже без веществ. Ничего не пропагандируем, я не принимаю никаких веществ, кроме тех, как назначил врач официально. И у меня нет фотоаппарата, и мне так плохо без него.
Потому что фотки получаются ужаснее. И никто не хочет больше смотреть мои чертовы рисунки. Потому что снимаю я на фотоаппарат 2015 года. Ой, на телефон снимаю, который уже давно вышел из производства. Ничего больше нету. Но сегодня я снова иду вечером домой. Как жаль, что я один. И мне всегда так грустно. Но я буду рисовать пейзаж из готики. Буду рисовать, как могу, до последних сил, пока бьется мое сердце. Буду рисовать каждый день. Никогда больше в комп не играю, не играю, не трачу время ни на что, кроме рисования и тренировок, и речей. Ты можешь просто не донатить, ты можешь просто забить, ты можешь отписаться, но я буду рисовать все равно каждый пейзаж, каждый дом. И Харинис тоже вместе. Спасибо, кто задонатил на лекарства. Если бы не вы, меня бы не было. В параллельной вселенной мой труп лежит на асфальте, скинутый. Я сбросился с этого, с небоскреба. Sunset over Monreville cover. Я смотрю на красивые пейзажи, но вам они больше нравятся даже, чем мне. Спасибо вам. Я выражаю благодарность. Наши руки, пальцы вверх. Выражаю благодарность всем, кто ценит мои картины, мои рисуночки, а также особенно тем, кто спас мою жизнь от суицида, тем, кто спас меня от чего-то ужасного. Это были святые люди, Денис Вайт и парень из Москвы, задонатили мне самую большую сумму. Они сами меня нашли. С Денисом Вайтом мы созваниваемся, точнее он мне звонит. Я спрашиваю: алло, здорово, звонил ты мне? И он говорит: да, звонил. И мы базарим часами. Спасибо тем, кто задонатил на лекарства в марте, когда я признался, что у меня весеннее обострение, а денег нету, потому что на работу меня не берут нигде. Никому не нужны рисунки, особо не очень-то на них проживешь. Точнее, вообще не проживешь, ни слова совсем. Но я так благодарен даже тем, кто задонатил 20 рублей и написал доброе слово. Даже тем, кто задонатил 40 рублей. Всем я так благодарен и за ваши сообщения, как художник художнику. Или еще что-то подобное. Особенно трогательное было сообщение, где некто просил прощения за что столь маленькую сумму задонатило там. Благодарю. Ну, на самом деле, она задонатила там, я не помню сколько, но ты, это очень трогательно. И спасибо тебе. Все деньги пошли на флокситин.
На, нейролептик Терлиджен, который назначил мне врач. И на антидепрессант. Все до копейки потрачено почти туда, куда нужно. И не было выстрела в висок, и не было прыжка с небоскреба. Я живой, я иду по земле. Меня никто не тронул. Все еще я живой. И я иду сегодня рисовать пейзажи из готики для вас. Потому что вы крутые ребята. Несмотря на то, что я зануда, я оттолкнул некоторых из вас. Один обещал прислать материал для рисования, но так и не писал. Ну и ладно. Все равно ты классный чел. Все равно я уважаю тебя. Даже если ты не сдержал обещания. Я все равно уважаю тебя, потому что ты человек. Потому что ты все-таки общался со мной. И ты задонатил мне даже 88 рублей на одежду крестьянина первым из всех. И ты просто ценишь, иногда заходишь, посмотришь мои картины. Спасибо тебе просто за то, что ты есть. И спасибо вам всем, кто задонатил мне на лекарства. Теперь осталось мне купить фотоаппарат, но просить денег на него у меня совести не, я совесть не позволяет. Дальше параллельной вселенной мой труп лежит на тротуаре, но не в этой вселенной. В параллельной вселенной вы больше не видите моих рисунков, и вам они не нужны. И похоже, и даже если я вообще никому не нужен буду, я все равно буду рисовать. Буду рисовать я готику. Даже